В области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный город». Оно продлится до конца октября. В рамках ОПМ в объективе внимания дворы, улицы, увеселительные заведения, подучетные. За два дня зарегистрированы 53 нарушения. Только вчера зарегистрированы 17 нарушений. Это автомашины с незаконной тонировкой. Они доставляются на штрафстоянку. Есть превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности. Кроме того, у четырех подростков изъято холодное оружие. У троих был нож, у одного пугач.